хочется попросить куклу принцессу. Самолет на радиоуправлении. Я хочу хомячка, потому что он такой миленький. Хочу от Деда Мороза получить куклу Барби. Маленький зоомагазин игрушечный. Кто такой Дедушка Мороз? Дедушка Мороз — это такой старенький дедушка, который привозит нам подарки. Он выглядит очень красиво. Дедушка Мороз — это необычный волшебник. Он не стареет никогда. А как думаешь, что кушает Дедушка Мороз? Кушает? Да. Ну, мороженое. А как ты думаешь, откуда появляются Деда Мороза подарки? Он их наколдовывает. Он волшебник, либо у него есть такой шар, и он туда его смотрит, что хочет дети, он увидел. А как он пробирается в дом? Через трубу. Он заходит через стенку и дает и подарки под елку ставит. А как думаешь, почему он только зимой работает? Потому что летом он не сможет прийти, летом нету снега. А Дед Мороз любит холод. Потому что если он придет летом там или осенью, он просто там растает. Есть у Деда Мороза помощники? Да. Ты думаешь, кто это? Снегурочка и Санта-Клаус. А кто такой Санта-Клаус? Тоже Дедушка Мороз. Снегурочка — это тоже его там замороженная сказочная принцесса. Что такое чудеса? Чудеса — это когда мы поспали, как-то мы не знаем, откуда подарки появились. Чудо — это значит что-то золотое. Ага.